right. No, bitch, be on. Hello, bitches. Hello, bitches. Hello, bitches. Всем привет, зрители, гости моего канала, и с вами я, Виталий Кратос. Сегодня у нас будет летсплей на новом проекте HKS, то бишь Skyland, старый. Он просто переименовался, нет, сказали инфу, буквально недавно. К тому же мы на Омеге, это старый сервак Омеги. На всякий случай скажу, потому что немногие знают это. Мы тут так развились по чуть-чуть, где-то был вайп 2-3 дня назад, точно сказать не могу, но примерно где-то так. Вот. Перешли, можно сказать, мы клан, клан подписчиков, и клан мы, то есть все в едино воссоединились и теперь живем в одном доме. Где-то 6 или 5 игроков у нас в доме живет. Я тут кирку немного понакопал. Быстро киркой, кстати, там осталось. Кирка дома нет. Надо глянуть. Что-то там Кадзуки портал собирает новый для нас, чтобы мы туда вошли. Также тут есть прокачки. То есть, понимаете, прокачки, и нужно прокачать последний. Вот видите, на X нажал. Первое — это кирка, типа ты в шахту идешь и копаешь. Второе — это удочка, то есть, ну, естественно, рыбачишь. Но это делать я не буду, потому что мне это не надо. А что там за сундук? Типа могу поймать какой-то сундук чего-то или... Не знаю. Короче, шестое — это мобов убиваешь и... Ой, типа третье — это мобов убиваешь, и последний — тоже мобов убиваешь. Но я так и не понял, как я третье добыл. Там какая-то жизнь падает, и ее вроде как-то собирать нужно. Ну-ка. Жизнь. Какая-то удочка была. Кинжал. Нет, тут нету этого. Добавили какие-то новые плюшки. Вот я не видел, допустим, арканитовый меч я не видел раньше. Молот не видел. Вот этот вот молот не видел. Ядро видел, оно было. Плающий меч. То есть тут новое что-то добавили. Я давно тут был. Вы сами знаете, из чего я ушел. То, что лагало это раз. И то, что у меня... Даже не то, чтобы у меня, это у всех. То есть, вот, допустим, я буду влево и вправо уголок. В уголок дуба целится, да? И оно тупо влево или вправо улетает куда-то. Вот, вот зачем убивать меня, скажите? ХЗ. Не, я убил. Типа, Тарзана убил какой-то чувак. Наш. Вроде Кири убил его. И теперь он вроде бы не возвращает вещи. Он вроде бы в этом сете. Пусть он с ним договаривается, типа, он же его убил. Не вижу смысла вообще мне писать, ну да ладно. Короче, по чуть-чуть, понемножку разве мне все равно, ты же у меня в РГ, ты бы мог мои вещи отдать, ты не хочешь этого. Блять, еще раз напишем, окей. Не мне, не мне, сет у него. Надеюсь, он поймет. Я что хотел взять, погоди, я что-то хотел взять такое нужное. Порох добывается, порох. Прикиньте, в шахте вот просто выпадает с булыжника порох. Руда также выпадает. Кстати, я хочу пакетам. Пакетам, гайдбук и все. Сета также. Ксюша там понакидала ресурсики. Немного селестивым. Я постоянно не бегал. Скорость движения и скорость прыжка. Плюс 4 к урону в ближнем бою. То есть это топ, наверное, сет для меня был. Движ добавлять, он справшего от врага. Медвежа? Это кто? Ник. Что-то медвежа. Это кто такой? Нагиб, помню, он тут был. Арткомбат, вулкан, кудзи. Медвежа. Не, не знаю, кто это. Ботинки ужасов. Небольшая регенерация здоровья. Небольшая, то есть, ну, что-то оно там. Написано было, сколько добавляет ему хпшек. Да я одену протестирую с мобами. Погоди, я что-то хотел взять, я забыл. Кирку, вот, я кирку хотел мощную взять. А ее, их нету, да? Ясно, и все потратили, класс. На стримах у тебя еще премка на сайт МС. Не помню. Не помню. Это мой сундучел, я еще протестирую его. Защита от огня полная или как она там, не полная? Сейчас посмотрим мобов. О, что-то добавилось мне сейчас. Или, а нет, это не у меня, наверное. Это у людей, может, добавилось. Что, мобы есть? Циклопик. Не, ничего не добавилось. Пусть меня поп покоцает сейчас. Ни хрена себе небольшая. Еще какая большая, смотрю. Регенерация здоровья. То есть, блин, пойдешь спокойно мобов. Ля, правда, защиты очень мало, но...
Регенит это точно. Но защиты репочку мало. Ай. Ладно, одену свой сет. Амазонит мой любимый. Это как тенька практически, только немного, ну, похуже, чуть-чуть. Хотя нет, там, я бы сказал, даже лучше, потому что там брони теньки есть, а тут... Тут 45, а там где-то 65 было, то есть, ну, явно больше. Вроде бы надо убивать циклопов, то есть мобов тупо убиваешь, и те даются... Не то чтобы очки, а вот эти вот умения справа в верхнем углу на X нажимаю и появляется. То есть убрали тот здоровый список прокачек и поставили вот это вот. Ну, вместо опыта, короче, взяли и это сделали. То есть, да, то есть опыт был там очень важен, набить его было, можно было только с боссов. Портал тут, опять же, такие же порталы остались, ну, мало что поменялось. Мы на Divine 2, если что, играем. Развиваемся с DayZ. Я не знаю, буду я его записывать или нет, потому что мало кто написал. Вообще комментарии, ну, были, но... Как бы... 49 максимум, нифига себе. Ага. То есть, ну, блин, как бы я пока что буду в режиме ожидания, пока мне не напишут, снимать или нет. Просто вроде бы им понравилось, а вроде бы как бы и нет. То есть, ну, среднее что-то. Короче, я так и не понял, будут упражнять людей, пока они там напишут. Да, ресурсов нас немало, конечно. Так, трансер на. Еще у нас тут, прикиньте, нас гриферили вчера, вот буквально вчера, вот. Я видео сегодня выпущу, и гриферили вчера, вот, где-то 2-3 человека. Какой-то МЦ Галсвит был, потом на С назывался ник, и еще один был. Машина или сметана, что-то такое. Короче, видео, наверное, покажу вам сейчас, где гриферили нас. Возможно, без звука или со звуком, не знаю. Короче, смотрите. Какой раз я бегу к нему, я их убиваю. Ну, блин, взял, переубивал их всех теперь. Ну, неинтересно, что стало даже. Он написал, типа, ждите вместе. Да, Виталий. Ждите вместе. Написал, типа, что мы толпой нападаем на двоих всего, и написал, типа, ждем вместе. Я сейчас... Так что это, ждите вместе? Ну, ок, чё, я не против, в принципе. Один этот, сама Соломон-то ПВП не умеет, он, блин, попасть мне даже не мог нормально. Ребят, вы видели, сколько... Он хоть и не умеет ПВП, но у него кликер стоит, я это сразу... Ну ля, он по мне не попадает даже. Да, блин. Ну, у него и так-то если попадает, то... Ну, столько у вас занятки в сундуке. Ну, спасибо мне, да. Спасибо тебе, Виталий. Он у нас тут герой. Который спас, блять, вас. Я тебе говорю, я думаю, вот, надо позвать Виталию, пусть поможет чем-то. Ну, вот, пипец происходит, но даже это не подозревает. Виталий, что там было твое? Кать, скрин мне, тут типа мести. Мне это надо, да. Просто вести скрин. Вон он. Я заскринил. Да? Бля, Финк испугал. Да? Он опять, походу, строится куда-то. Нет. Нет, я не знаю, где он. Да я. Виталий, ты просто скрин с вами накинул, потом сам вырежешь. Окей. Есть? Я со снежками. Я... Снова верните вещи или... Или кан подключу свой. Ага, ты... Вот, варпа снова, да, в смысле. Не противоречит, тут чем починают свою. Типа это чувак. Виталий, смотри, Катька с читами. Смотри, не откидывается. Кать, не читери. Ууу, Катька. С читами играет, да? Смотри, Виталий, смотри, не откидывается. Стой, Катька. А ты Виталий тоже, смотри. Киви. Те, кто толпой живут недалеко от варпа Сноу. Или к вам подключу свой. Виталий, а ты скрин убивал? Это и правда, впрочем. И в принципе, знаешь, в чем прикол? Этот сервер PvP, как бы то, что они нападали в PvP, то, что как бы это разрешено, да? Ну то, что лавой заливать, это... Нет, да, вот, нет, то, что лавой залили, это принципа, а то, что они нападают, это не прав, потому что это PvP сервер, то, что мы их убили. Пс.
Хоть ты что-то понастраивал, это вообще... В смысле мы первые напали, а не первые напали вообще? Да, не понял. Еще мы эти говорю, они с нами на нас. Короче, охранутые, охранутые. Пипец. Я, кстати, себе... А Виталий, ты принял? Да, я сделал скрин, как на лаву поставил. Я, кстати, я знаю, где этот Сет Холм стоит у Саламандры. Я тебе говорю, главное, он такой умный, типа, главное, нас сначала напал, начал лавой заливать. Я сейчас закрою. Опа, я сейчас. Пом это. Катя, ты куда? Да я знаю, я вставлю. Залей, да хватит ломать, что? Я тут все убираю, а ты тут только побольше подойдешь. Жаль тебя, до этого не было, как все училось. Тут было жестко весело. Тут было очень жестко весело. Мы с Катей просто бегали около босса, и потом они пришли. Финк, ты дом строишь? Да, я закрываю. Без булыги. Окей. Надо, кстати, теперь желательно почистить булыги. Просто лаву залил бы лавой, конечно. Вы друг друга бьете так. Я пойду, пожалуй. Куда? Нуля. Виталий, а то что за ночью ничего? Че? Слил кликер. А, санитовым сливаю, слил. А, ну. Типа он прибежал к нам, люди эти прибежали и начали нас мочить. То есть, ну, наш клан, можно сказать. Они мочили нас, Катьки меня такая позвала, типа, блин, не справились, нас убивают. Пришел такой кистартер, разъебал. Убил их, короче, в мазгитом сете, они были в амазонке и с мечом на 14 урона. Кстати, на 30 лол зачатал, херня полнейшая. То есть прибежали, начали нас мочить начали, потом сказали, типа, мы придем, мы еще вернемся, мы отомстим, да. Угу. Класс, то есть мы защищались, они еще к нам придут, типа, ну, это рейд называется, рейд домов. Типа, прибежали, начали нас мочить, ну, блин, без хилок нам мы бы не справились, я бы не справился, наверное. Типа, раздача. Ну давай тэпнемся. Тэпнитесь без сетов. Ну ты, блин, наипало, потому что в начало, блин, вайп, алё. Естественно, он там будет скидывать или убивать. ТП с кирками. Яс. Типа он хочет кирку, чтобы выбили. Ну, блин, это очередная смерть, которую не стоит идти вообще. Да. Короче, скоро будем переезжать. Хоть мы и такой туннель прокопали, несложно еще раз прокопать. Скорее всего, где-то создадим 2 или 3 портала и потом уже подумаем насчет переезда. Потому что переезжать нужно будет. Мы тут возле варпа, варп Сноу вроде бы начали обживаться. То есть рядом находится варп Сноу и, ну, Сноу типа зимний биом. Вот. Координат, если что, у меня скрыты, но он находится рядом. Не знаю, как бы можете палить, можете не палить, мне как бы все равно. Потому что от рейда мы отобьемся, это точно. Хоть там халите будете, хоть в каком-либо сете отбиться мы сможем. Кстати, какой-то чувак был с жестким кликером, вот здесь сметанка был. Он... Кликер у него реально жесткий. Либо кликер, либо... Ну, читы это вряд ли были, потому что он меня задом не бил. Но, может быть, у него есть кликер. Ну, не то чтобы кликер, это уже чит, возможен. Типа, новый чит придумали, который бьет на расстоянии. То есть, не то чтобы на расстоянии, типа... На круг обзора. То есть, допустим, вот ты смотришь вот весь экран, вот, допустим... Вот от левого блока, вот этого вот блока, вот до, допустим, железной руды. И все это расстояние он бьет. А вот именно где не видно расстояние, он уже не бьет. Ясно, понятно, убивает, да? А, где чарка? Дача жизни. Давай на спам тэпнемся. Короче, возможно, это чит. Я думаю, такое есть, уже создали давно. Поэтому все возможно и отрицать это не стоит. Где чарка? Я вроде бежал туда. Погоди. Вот там. Пошли. Блять. Финк. А, это не он. Вон там вроде бы должна быть. Нет, вон там. Бля, запутался. Вот, чарка. И где ты? Пятый левел, может зачарить что-нибудь тебе?
Плохо то, что тут на маленький левел нельзя зачарить. Ну, блядь. Просто, что это? Откуда тут дырка? Алло! Просто косяк уже первый, да? А, то есть тут тоже. Угу, ясно. Вопрос, зачем? Ну ладно. Что левел? Четвертый. Пофиг, давай. Прочность. И фига, аж на два чара, нормально. Вот прочность это топ. 1-1 броне. Что? Добыча 3 небесная. О, добыча, класс, найс, топ. Вот это вот топ, да. Правда, тут нам золотая броня не нужна, она уже, потому что это нам не Таумкрафт. Будет видос, скоро будет видос с Side MC. Не вот это вот, который, то, что я снимал про Beautiful, а другой нормальный видос. Вообще, это не обсирание проекта, это критика считается. Вот кто подумал, многие подумали, что я его сейчас обосрал прям просто с головы до ног, да? Но нет, это просто критика. Считайте, как хотите, то это критикуем проект. Хотя я и считаю то, что он обосранным. Считаю его обосранным уже давно. Давным-давно он еще скатился. Читы все так, как были, так и остались. Посмотрел, там люди такие понабежали мне, в ВК еще понаписали, типа... Читы остались, типа читы какие были, такие остались, то есть те же самые не работают. То есть они, моддеры еще, прикиньте, нас наебывают, чтобы типа мы заходили на серваки и играли. Типа там читеров мало, ля-ля-ля, вот это вот. Но это у них так не работает. Мы, да, то есть все видно с моддеров сразу с первого взгляда. Вот так вот, Грифер отбили, Гриферсов отбили, ну не Грифер, а рейд, окей, будем считать, что это рейд был. Непонятный рейд, пришли такие, типа нас начали мочить, такие, типа мы вернемся, да, мы отомстим за то, что вы нас убивали. Кстати, а что по статистике, мне интересно? Убитых игроков 78, смерти 11, лол, да. Сметанку поубивал там очень много раз. И еще одного чувака, Мастерок, вроде Мастерок, да. Ник у него был. О, порох вот, допустим, сейчас выпал. Дофига пороха очень. Ля, вот было бы, вот очень отлично просто сочетание, я думаю, Blood Magic и данной вот, данного умения, потому что порох, он очень важен, сами знаете это, в Blood Magic. Плюс вот какие-то плюшки с камня выпадают, это большой плюс, опять же. Ну не так быстро копает кирка, в принципе, как моя, у меня мультиинструмент. Ксюш, спасибо тебе за столь важные вещи, на самом деле, кирки вот эти вот. Мы бы шахту не скопали, у... сейчас, кстати, вроде максимальное умение сотка. Кирки или... О, 30-ка у меня появилась. С каждым умением, типа, увеличивается шанс выпада какого-то дропа. То есть, я не знаю какого, на самом деле. Я не читал про умение, но я сразу замечал, что выпадает, а что нет. У боди тоже где-то 31 или 30 левел. Примерно так. Такой же. Что это, сапфир? Сапфир вроде копит у нас. Кирилл, да? Вот, что-то такое. Будет стримчанский у нас по игруле и будет по омеге. То есть, ну, это они переменят скоро из Divine в омегу, поэтому... Вот. Будет игруле. Кстати, скажу сразу, и чтобы вы знали на будущее. Скоро игрушку, вот эту я удалю с этого канала. Хотя, я оставлю, окей, я оставлю игрушку эту. Короче... Я создал второй канал, где я буду проходить игрушки. То есть этот канал у меня будет чисто по майну и будет только майн у нас тут. Вообще, не более. Второй канал у меня будет для игр, то есть прохождение любых игр, там, хоть там Майнкрафт будет, неважно, это игра считается, поэтому он там тоже будет, но не точно. То есть тот будет по играм, то и этот по майну. Думаю, вы поняли сразу. Прохождение, именно прохождение и там тест чего-то там будет, то есть много видео будет, но это будущее. Также у меня есть Twitch канал, я создал его недавно. Пока не буду ссылки на них скидывать, ибо я их готовлю, чтобы они у меня вообще работали. То есть, ну, не то чтобы работали, я их сейчас, короче, начинаю упорядочить и разукрашивать. То есть, ну, своим видом, как Kratos TV канал. То есть, вот так вот вам на будущее скажу. То есть, канал новый создал, пока что они ждут, пока я их разукрашу. Ну да. Типа того, расперсонализирую, или как это называется, вроде типа того. Короче, да, тупо ожидайте, люди, народ, кто ждет новый канал, новое видео. То, что есть люди, которые просто просят, типа, снимай, там, не знаю, террарию, допустим. Террария вот также там будет, там, с подписчиками тоже, я не против создать. Но это будет на втором канале. На втором канале, я бы сказал, что будет, в принципе, и вот. Как бы да. На Твиче, я не знаю, там пробую майн тоже поснимать. Твич, наверное, скину в описании, оно будет в описании. Я там ничего не готовил, типа сразу скину. Пусть пока что будет так. Я чисто потестирую.
попробуем на Твиче постримить и на Ютубе, то есть, ну и на протестить, что лучше, на Ютубе или на Твиче стримить. Я знаю то, что на Твиче очень много народу сидит, больше, чем на Ютубе даже, но на Ютубе больше просматривают видосики, нежели смотрят стримы, то есть, ну, понимаете, думаю, да? То есть там, возможно, буду только стримить, а тут буду, короче, записывать видосики. Вот думаю так, возможно. Но не точно, опять же. То есть 50 на 50. Посмотрим, что лучше. Если лучше на Твиче, то останусь на Твиче. Если на Ютубе, то на Ютубе. Там уже глянем. Ну и вот, ребят, если кому-то было интересно, лайкайте, описание смотрите. Я там все пишу иногда. Вот. И давайте заходить на сервак. Живите рядом с нами. Я не против. Те люди, которые со мной долго ходят по серверам, то есть они знают, я их знаю, много здесь знаю, те могут заходить и жить с нами, но не все, опять же, те, кто с кем я давно знаком, они могут жить с нами, то есть это, опять же, после моего разрешения, то есть жить или не жить, вот в чем вопрос. Ну и все, всем пока.